Женский сноуборд GNU, модель Lady's Choice. Эта модель создана специально для паркового и трассового катания и отлично подойдет для девушек со средним уровнем катания. Модель имеет прогиб C2X, это два кемера в зоне закладных и резкий агрессивный рокер между закладными. Геометрия Twin Tip, то есть доска абсолютно симметрична относительно центра, что позволяет кататься в обеих стойках. Доска имеет среднюю степень жесткости. Облегченный сердечник, выполненный из осины, павловни и бальзового дерева, имеет комбинированную оплетку из биаксиального, то есть двухнаправленного, и триаксиального, то есть трехнаправленного стекловолокна, для придания доске большей торсионной жесткости и управляемости. Синтерированная скользящая поверхность, очень твердая, очень хорошо держит парафин и нереально круто скользит. Технология Magnet Action дает доске дополнительных 5 точек соприкосновения со слоном в момент перекантовки. Особенно это актуально на льду и на жестком снегу. И также так называемые бамперы. Там, где зона канта не рабочая, кант не ставится. И идут специальные вставки из полимера для того, чтобы в момент столкновения доска не слоилась, не крошилась и не ломалась. Сноуборд сделан вручную в Штатах на заводе Мервин.